Если давно хотели сделать ставку, но боялись проиграть, то сейчас появилась отличная возможность испытать удачу. Винлайн дает фрибет 1000 рублей каждому, кто установит приложение по ссылке в описании. Винлайн – легальный букмекер, самый надежный по версии портала Sports.ru, дает самое выгодное предложение на рынке, устанавливаем мобильное приложение и получаем фрибет 1000 рублей после регистрации в нем. Без условий и депозитов выигрываете, все деньги ваши. Ссылка в описании видео. Здравствуйте. Судя по всему, уже все сказали, да? Жамнов, как же здоровье Жамнова? Вы видите, в полном здравии и занимался большинством. Это очень хорошо. У вас там небольшие пристановки 4-й звезды плотников с желтыми. Как вы видите 4-й, а вот это? Мы завтра сделали выбор в пользу более силового форварда, скажем так, да. Но опять я хочу повториться, что у нас одна команда, и 14 нападающих на заявке, понятно, и каждый из них может играть, и не надо простаскивать, а наоборот, что мы одна команда, у нас нет. На завтра мы решили. Выбор силового форварда связан с стилем соперника? Ну, то, что он так решили, да, соперника тоже. Капризов или Телегин, как вы видите? Телегин. А вратарь? Суд катался, он заявлен, что ли? А почему он должен не кататься? Нет, он катался в самом составе. Не заявлен он. Не, ну у нас для тренировки 8 лет. А вот это то, что вы делаете одну заявку, это с чем связано? Потому что Свечник освободился, понятно, что вряд ли вы ждете. Нет, это связано с тем, что у нас сейчас 7 защитников играет, и в зависимости от нападающего защитника, да, но в принципе мы рассчитываем на Артема Зуба, да, но пока мы не спешим с этой заявкой. Случаи бывают всяких разных. Свечников не зовете? Да, ну сейчас пока мы, да, собственно говоря, мы сейчас вот идем, вот у нас есть своя бригада. Вратарь, кто был? Василевский. Оба матча? Нет, ну оба нет, конечно. Посмотрели матч с Латвией вчера. Да. Очень интересная игра была, они вбились чеками, но упустили. Да, очень интересная была игра и такая довольно-таки грязноватая такая, скажем так. Старт рассказывал, что На ужин? Не, на ужин такого не было. Мы просто на матче звезд сейчас, где в Казани, да, были, и там был просто совместный ужин. А на ужин мы с ними не ходили, извините. Для Латвии, кстати, последний шанс попасть в плей-офф в матч с Россией. Вы чувствуете, что будет более ожесточенная игра? Мы читали интервью даже, да. Да-да-да. Ну, оно и вчера был ожесточенный тоже матч, на самом деле. Но вчера был уже так, последний, да. Знаем об этом. Ну, я говорю, Кузя все сказал, конечно. Спасибо.